Golden Axe 3 проходился вдоль и поперек, а, ну это ты сказал. Как раз пришел после перерыва. Ну, типа того, Джо, ты Смотри, особо не упустил. Блин, Dream Song классный, вообще Smile, классно. надо быстрее зафиксировать, чтобы включить. Черепашки 3 на двоих. Нет, Алексей, эта игра длинная. Черепахи 3 мы пока не будем играть. Пока, короче, немножко интриги, после Золотой Секиры кое-что еще будет. Так, а пока начинаем. Первая часть на Genesis. Золотая Секира. Че, будем биографии смотреть сейчас? Ну, да, посмотрим. Пускай идет, ничего не скипай. Пускай загрузки. О, как мы давно ее не запускали. Давайте посмотрим заставки пока. Что-то было после контры. Монстры в моем кармане были, Джо. После монстров играли снеговиков, но немножко уперлись. Альтернативный бис. На аркаде отличнейшая. С плеча сразу двух убил читер. Сейчас нам представят здесь быстренько наших героев. Это Акс Батлер. Магию даже какую-то покажет. Красиво, кстати, нарисован. Берсеркер. Варвар. Его мать была убита Деф Аддером. Следующая героиня. По-моему, Тайрис ее зовут. Флайн. Студия Бразер снимает триллер. Монстр Ширинки. Я даже боюсь предположить, Салвин, насколько это будет триллер, а насколько и другого жанра немножко. Так. Тайрис Флэр. Да, Флэр. Только зачем-то знак равно поставили? Амазонка. Отец и мать были убиты Деф Аддером. Дед рулит. Да, Александр, согласен. У него ботинки, вон, смотрите, какие. Только ради ботинок стоит за него играть. Ботинки цвета кожи какие-то. Это пляж, и они все в бикини. Ну, наверное, жарко у них там, раз они так одеты все. Магию заюзал. Все понтанулись магией. Ну что, ребятки, первая игра на Genesis в рамках нового проекта. Дворецкий топор, да, Джо? Можно так перевести. Все, заставка появилась. Опции, управление, звуки, жизнь. Уровней сложности, кстати, нет никаких. Есть уровень сложности... А, ну вообще-то есть. Бигинер и Аркейд. На бигинере не дадут закончить игру. Ну да, и опять не дали проскролить. Специально. Все, вор играет за Тайрис Флэр. Я за гнома. Погнали. Дефаддер вторгся в замок. Забрал короля с принцессой и сделал их заключенными. Мои хорошие друзья, мой хороший друг Алекс также был убит в этом бою. Теперь мы должны победить его, чтобы вернуть мир в эти земли. Это наша обязанность. Такой сюжетец. Короче, Деф Аддер, жестокий тип, всех убивает, короля, принцессу похищает. Наша задача разобраться с ним. И, кстати, тут можно друг друга бить. Да. Friendly Fire никто не отменял. Здесь его даже нельзя в опциях выставить. Трын-трын. Соединение разорвано, чё? Твич соединение разорвано. Ну, сейчас восстановится. Первый раз у меня такое. Сделал замечательно. Бывает, рутоник глючит. Чего, когда он подсоединится? Сейчас дождемся. С Ютуба пока тоже не пишут. Может, тоже траблы какие-то. Ну, пока ничего не пишут. Значит, ну, стрим идет. Стрим идет. О! Димана первый, кто вернулся. Так, я заберу? Да. Мне еще одну надо. Ты же здесь не будешь юзать? Нет. Варань, что такие бучки? Я только ради этого и выбрал. Да, Dream Song есть такая тема. Чтобы на булочки все посмотрели. Тихо. Блин, не успел. И хрен с ним. Давай я толстяка возьму на себя. Да, все нормально, стучаем сейчас уже. Все равно, не очкуйте. Да, ребят, это... Ну, что-то Рутони глюкануло, но, видать, сразу восстановилось. Играем. Так, все, есть, я собрал. Забираем. А я в костер.
Я специально так пошел, чтобы посмотрели все. Наш проклятый враг Death Adder находится в замке. Мы возьмем короткий путь через деревню Черепах. Короткий путь, заметьте. Смотрите, где стрелочка, как они короткий путь сейчас возьмут. Давай посмотрим. Ну какой-то замок там как-то странно расположен, кстати. Так, я пошел наверх. Пошел наверх. Отлично. Сейчас что делаешь? Решил за мной забиться. Ну, что-то на тебя посмотрел. Какие хитбоксы качественные, ребят, смотрите. Через деревню Черепах ниндзя. Ну да. Все, сейчас Донателло будет нас атаковать. Так. Хрум-хрум-хрум. Что за карлики, смотрите? Дети какие-то. Я да? тоже не хочу сражаться, иди один. Главное задание настучать козлу по шлему. Это и пытаемся сделать. О! На СМС водичка анимирована, Кима пишет. А у нас что, хреновая вода там? Ну, что-то какой-то поток не очень. А сколько, кстати, Кимыч? Там же две или три части было, да, на СМС? Две, Golden Axe и Golden Axe варил. Причем одна как РПГ, да, сделала? Да, варил как РПГ. Так, я не трогаю. Женщина смеется, смотрите, ее там... Оп. Ее подруг, бьют ее подругу. Отжарить баб. Прошли же 4 игры? Нет, мы 3 прошли игры. Нет, лорд, у нас... Ой, я забыл. У нас уперся... Снеговики неожиданно уперлись. Снеговики пока на потом идут. Это тоже какие-то... Тебя били, кстати, там, нет? Да, разок ужарили. Бери мясо. Да мясо бери. Спасибо. Так, тебе, смотри, один кувшин надо только. Все, я потом заюз. Ага. Все, я в костер. Где мне черепахово? Порт Сарка, другая ля Зельда. Вот меня вот это больше удивило. Смотрите, какой короткий путь на черепаху вообще полезли. И куда-то вообще! Деревня находится сзади гигантской черепахи. Фиг пойми, куда они пошли, конечно, через этот короткий путь. Черепаха отправила нас на юг через море. Деревня Черепахово, да? Возможно, кстати, есть такое место. Ой, там кто-то упал. Он не выдержал позора. Блин, тут враги самоубиваются, как в Double Dragon на Master System. Ну там они, правда, уходили. Ну, третья 7 больше всего нравится. Больше третья нравится. Ну, Виталий, доберемся до третьей когда-нибудь. Деревня в жопе черепахи. А как я так упал, нифига себе. Я не знаю, я пока читал деревню в жопе черепахи, тоже уже упал. Кошмар. Здорово, негативный. Негативчик вернулся. Быстро ты. А мы тут про спидраны с вором заговорили. Назад. Да-да, я ухожу. Я пока стою. Женщина на драконе, ребята, в какой еще игре можно такое увидеть? Есть только Алисия Драгун, наверное. Так, на его обратно тебе. Мне он зачем? Тихо, ухожу. Улетел куда-то. Угу. Покорять. Гандек прошел, пока хватит. Хорошая игра, кстати. Нас, кстати, ударили, но пока шкалы полные. Это в третьей дядька Сокол в конце, да, Александр, в третьей части. И третья, кстати, самая длинная. Вообще там много нововведений было. Брун-брун. Забирай. Нет, не надо. Так, что, заюзаю? Ну, хочешь, юзай. Здесь? Да где хочешь. Давай, заюзаю, вон там еще кувшинчик. О, а что на тебе тоже появился? Ты в дракона бьешь, типа. А, баг. Ага, я хотел его еще огреть. Да как он так успевает? Ага, последний остался, замечательно. Тебе надо здоровье. Нет, в третий Соколом нельзя проходить. Соколу только в хаке. Давай вспомним, Серег, кто там в третьей части грабил. Пантера, воин, баба и этот чувак толстый. Кстати, мой друг отправился на пенсию, кем я играю. Вот тут даже два места. Ну, можешь оба забрать. Я на диете. Хотя, ладно. Так, тебе надо сейчас. Забирай. Не зачем, мне и так полное все. Я в костер. С Соколом, по-моему, только в PvP можно играть, а проходить им ничего нельзя. Гадин. Так, мы приблизились ближе к замку, но дороги перегородили вражеские линии. Мы должны победить врага,
ну, на вражеском пути, чтобы достигнуть замка. По-моему, они куда-то не туда идут, они не приблизились к замку ни насколько. Что-то на карте, правда, как-то... Так, встречаем. Смотри, как... Убейся! Какие наглые. Куда ты пошел? Ой, его колбасит. Сейчас, смотри. А там тоже дырка есть, может, да, тоже упадет? Да, может упасть. Ну, там не упадет, конечно. Так придется убить их. Так, отлично. Третий этим соколом проходить можно. По-моему, все-таки про сокола ничего такого. Нельзя сокол, там нет. Как играбельного персонажа. О, фаталити. Какой умный враг, боже мой. Какой умный скелет. Кстати, скелет неплохо танцует. Так. Скелет неплохо так изображен. Так, я сейчас второго убью. Давай. Да, вот сокол только в PvP может. Ну, в хаке он доступен. То есть хак специальный, чтобы можно было за сокола играть. Угу. Магия сейчас будет. А у нас полная. Что же у тебя нет одной? Скелеты, да, бесят. Они очень много отнимают хпшки. Так, ну чё? Может, мне и здесь заюзать тоже? Ну, сейчас же обычные лохи. Угу. Да, прикольный удар, кстати. Он мой удар перебил. Вот только похвалил удар, и мне сразу его перебили. Ну, что такое? Так, идите сюда, здравствуйте. Отлично. По бубну настучал. В общем, посмотрим, ребят, если секира нормально пройдется, запустим еще одну игру и на этом остановимся. На сегодня. Завтра будут новые планы. Мне даже интересно посмотреть, чего там писали. Ой-ой, опасненько. А здоровья не будет больше вроде, да? Не, ну, сейчас еще будет после вот этих вот человеков. А, ну, все замечательно. Да. Да, на последнем боссе бессмертные вообще чуваки. Никита, может, ты развеешь миф? Правда скелетов на последнем боссе? Ребята, кто в курсе? Скелетов на последнем боссе реально нельзя убить? Или все-таки можно? А вот мясо, кстати, бегает. Мясо бегает. Я на гному показал. Мясо бегает. Какой жесткий гном. Все, забирай последний. А мне все уже не надо больше. Я в костер. Люблю постоять в костре, это так мило. Согреваться можно. Че ты там греешь? Так, путь врага. Только сейчас пришли. Получил великий... А, орел, короче, нас доставляет через великий... Через путь врага. Осталось пролететь небеса, и мы достигнем замка. Вперед. Так, я пошел. Так. Ой, замечательно. Все. Хет-трик. Давай я дальше. Смертные вроде. Вот, Александр, я про это и хотел узнать. Так, я здесь, если что. Так, ребята, все, я пошел, короче. Я пошел отсюда куда-нибудь. Здравствуйте. Пристанел и лысый орел. По-всякому, смотри, его там. Этот орел нам помогает так-то к замку пробраться, Шигон. Так что я бы на твоем месте на него не выпендривался. Так. Что это такое-то? Тук-тук, здравствуйте. Держи ноги в тепле, голову в холоде. Ну да. Тварь. Я заберу его сейчас. Забирай, забирай. Блин, классно сделали, что можно кататься на всяких... Отбегай обратно. Ой, опасненько, он уже замахивался. Так, ладно. Я пока не буду магию юзать, хотя у нас полные шкалы. Я пошел, ребятки. Я пошел куда-нибудь. Блин, не пускают. Игра меня не хочет выпустить. Почему в Double Dragon на SMS враги могут уходить из игры, а меня не пускают? Надо было. Потому что это SMS, это хорошая консоль. Это Sega. Это Genesis, да? Так. Ай-яй-яй, меня там приходило сразу. Тресь. Да достали, вдвоем окружили. Сейчас я со своим разберусь. Блин, огрел меня. Лысый. Оп, здравствуйте. Вот гном,
Гном ловко так колобком перекатывается. Музон, музон, ребятки. Тварь поджопника отвесил. Да заколебал, у него какая-то имбовая атака. Да у него фигня не отдает. Ну что, жив еще? Да, да, конечно, жив. Жирный какой. Вот бы шашлыков с него наделать. Так, я заюзаю. Что эти скелеты не... твари те еще. Скелет может полтора кубика отнять. Так, имбовая тактика. Танцы с... называется танцы с боссом. Смотрите. Что-то не особо хочет танцевать, гад. Зажарили рыдельников. Давай пока он танцует. Спасибо, Андрюха. Андрюха, с возвращением. Здравствуй, здравствуй. Спасибо, ребята, за поддержку. Походу, не зря серьезный проект начали совместно. Вы представляете, сколько еще нам предстоит разборок в кооперативе? А я еще раз говорю, это вам не в одного игры проходить. Тут уже надо и за напарником поглядывать, и он тоже должен следить. Спасибо, Андрюха. Все, так, сейчас спускают народ к нам. Пал Палыч, Юра, Андрюха, спасибо. Мне кажется, вот так вот король бы уже давно загнулся от притока крови к голове. Как его сейчас спустили? Но... блин, ужас вообще. Он вообще мог разуться и спокойно убежать. Что за фигня-то? Примите мои самые искренние поздравления за то, что спасли нас. Я благодарю вас и вашу храбрость. Здорово, Диксон. Да, это гном. Но Дефадер все еще скрывается где-то внутри замка. Я чувствую, что его сила растет, и он берет контроль над всеми. Не, вам не помешало бы подумать над этим. Время уходит. Он за этой дверью. Не пойдете ли вы сражаться с ним за меня снова? Нет, не пойду. Пошел ты нафиг. Да, мой лорд, выкричил. В смысле, нет? Я не хочу. Разуться не... Разуться нельзя было. Ну, принципиальный король какой-то. Я дома, всю дорогу тест пытаюсь кинуть на донат. Спасибо, Джонни. О, он сам, смотри, в яму набежал. С прибытием домой, Джонни. В родной теплый дом. И вниз потом. Смотри, какая там... Иду. Иду. На что ты хотел показать? Да, это, скульптура, смотри, а, из стены торчит. Что-то у короля голос. Не, вниз спускайся. Голос, да, да. Так представь, Дмитрий, висеть столько. Я бы вот... Да сколько по голове может стучать? Блин, туда не пускает. О, шикарно. Улетел, нет? Тогда улетел. Мужик, что за... Он улетел и не обещал вернуться. Нет, цветов у него какой-то Моргенштерн или что-то такое. Дробящее. Моргенштерн, да. Кстати, да, это булава, ребятки. Это булава так выглядит. Все правильно. Ой, отлично. Ой, да, шикарно. Великолепно. Ну так, ладно, не трогаю. Да-да, и это. Класс, тимворк, вор, вообще классный. Вообще супер тимворк. Я по тебе чуть не ударил, прости. С вами он теплее. Спасибо, Джонни, спасибо. Тихо, догоняй его, бей его так вот. Ну, ребята, кого-то для вас. Холодный, рассудительный вор. Еще один раз надо. И весельчак транс в эфире. Паш, да, где он? А у тебя же полная. А, ну чтобы его прогнать. Да, так. Кстати, тот бутыль можно было взять. Сейчас я его выгоню, пойди, скелет этот. У этого еще. Давай вниз иди, я его по борде дам. Ой, тимворк, ребятки, ой, тимворк процветает. Халки пошли. В пятой игре разыгрались. Блин, мне этот букетом цветов огрел. Это какой-то каменный букет цветов, правда. Букет из белых роз. Кто про букет написал? Оп. Так, дай-ка я заюзаю. Дмитрий спросил, не, их так можно скинуть. Да зачем? Да пофиг, нормально. Вот, сейчас этого сразу выкинешь. Куда они, вправо сейчас все улетели? Нет. Нет, кто-то улетел. Все, замечательно. До свидания. Хорошо, что они не бегают. С прыжка. И ко мне. Я сейчас убегу. Все. Прыжка нельзя их бить, да.
Блин, он надо было со стороны. Моргенштерн — это шар с шипами на цепи с ручкой, не булава. Ну да. Ай-яй-яй. Смотри, как он к тебе. Догадка. Так, ребята, рубрика «Танцы со скелетами». Давай, вот, все в твоих руках. Я магию не юзай, фиг с ней. Пусть и полная остается. Смотрите, какой тромб, кстати, красивый. Смотрите оформление, какие-то драконы, демоны. Блин, прикольно сделано, зеленые такие. В эфире рубрика «Танцы со скелетами». Здравствуйте. Танго, ты шепчешь мне, не уходи. Мы в этом танго. Ну, шестопер какой-нибудь, я не знаю, что у него там. Да тихо. Неприличия близки. Станцуем танго, и мне кранты. Эй, скелетик, во. Все. Есть. Читерство. Это тактика. Это тактика, ребята. Все. Че, куда их поныч... Ну я же нормально играл, ну что такое-то? Че, куда я их иду? Че это такое вообще? Спасибо, конечно. Ну опять скажете, я сломал игру, что ли? Еще это такое. Теперь люди могут жить в мире. Без короля и принцессы мы их выкинули. Я отлыву утащила. Эй, блин. Теперь вы награждены титулом Великий Грандмастер. Спасибо. Защитники королевства. Спасибо деду за победу. Куда я их реально утащил, что за фигня-то? Я без магии, я нормально бил. Что за глюки-то? Ладно, таймер пока. Да. А почему сейчас же платье титры? А это уже титры, мы игру прошли. Это левитация. Ну вы видели, ребят, что? Я не знаю, что это было. Короче, вор в своем репертуаре, ребят. Это что-то неведомое, я бил как бил. Товарищ просто... Я даже магию не юзал, чтобы как в тот раз кривая секира не вылетела. Что это было? Ну и все нормально, титры есть. Да, все, я согласен. Уличная магия. О, Алексей, спасибо, прям стихами заговорил. Он на докторе Марио прям здоровый, помню, сочинил такой офигенный. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо, ребята, все, кто поддерживает. Не зря этот проект начали. Уличная магия. Кстати, четвертая. Ну давайте, ладно, на сегодня еще одну игру тогда. Пока ребятки в чате... Думаю, что это сейчас? Да, еще одну пройдем сейчас. Сейчас, ребята, пройдем еще одну. Вот тоже интересная игра, смотрите, здесь в концовке пишут, у кого какой вес, рост, там, сила атаки, сила скорость передвижения. Так, Кейма, вот именно что я там магию не заюзал, только босс заюзал. Ты же видел, Кеймыч, там босс заюзал. Да, магию. Я вообще ничего не придевал. И все, и нас просто унесло куда-то. Куда унесло, фиг его знает. Это читерство, Александр, я согласен, но читерство со стороны босса было. Так нечестно драться. Так. По всем правилам, четвертая игра. Скелетон. Это не скелет, это скелетон. Раньше какая-то маркетинговая была такая фирма, которая это, что-то какой-то йогурт со скелетонами выпускала. Не помню уже. Биттер. Еще одно, а вор обратно пешком пойдет домой. Ну, там видно будет, Максон, как сейчас игру пройдет. Балкон свободен же, сказали уже. Да, можно через балкон выйти, ничего страшного. Скелетон, толстяков, да. Толстяков представляют. Скелетон. С бородой, значит, дед. Знакомый вырастил бороду 26 лет, как у папа, стал похож на старика. Да мне кажется, Сергей, не зря говорят, что борода старит людей. Там клип какой-то, наверное, это кривизны вот этой всей. Шигон, спасибо, что делаешь клипы. К сожалению, Сет Фрог пропал куда-то. Хороший зритель. Классный зритель был, но в последнее время перестал заходить к нам. Я не знаю, может, что случилось. Вообще обидно, что Сет Фрог пропал. Я не знаю, я уже два раза ломаю эту игру. Шикон, ты сам видел. Я сказал вору не юзать магию, он не юзал. Я использовал магию до босса. Босс использовал магию и сломал игру сам. Уже сам доломал. Это он виноват, да. В прошлый раз, ладно, я магию заюзал, там
секира кривая прилетела, мы даже до титров не дошли в прошлый раз. Во-первых, ранние игры Кеймыча, во-вторых, порты с аркад. Эти великолепные. Баба, кстати, выше мужика. Да, ну не особо. 20 сантиметров, нифига себе. Дев Аддер Джуниор. Диктатору даже... 2,5 метра ростом. 300 килограмм! Кошмар, как таких людей земля вообще держит? Сука. Диктатор. Кто их взвешивает, интересно? Надо ему еще раз по щам дать. Еще впереди же Ильич, вторая, третья часть. Да, там еще успеет по морде отхватить. Виталий писал, что больше третью часть предпочитает. Вообще, я заметил в чате, на третью часть так нормально народ. Третья, она же во всем лучше. У нас Good Game, Леха подписался. Да, спасибо, Леха, что составил компанию Dreamsong, Хакину с Good Game. Кто-то там еще заходил, Максон был там еще. Максон был. Соревновались со смайликами. А что их не взвесили? Их утащили, все. А король постоянно какой-то, он, это, что-то у него с ногами проблемы, что ли? Постоянно как-то лежит, постоянно как-то непонятно. Что это? Почему меня опять утащили только? Почему их не утащили? Что я вам сделал? Разработчики, скажите, что я вам сделал? За что? А кто бьет? Я не знаю, кто посылал. Я силой мысли отбиваю уже. Кто бьет по букву? Что? Почему меня... Господи. Что не так? Да, Алексей, Good Game у меня такая платформа стриминговая, где... Причем даже слова сразу вон туда выбрасывают. Они должны здесь на экране задержаться, а он сразу туда выбрасывает. Не, ну потом раскрываются же. Не, ну в смысле, они должны раскрыться в центре, а потом уйти туда. Не сразу улетать вот так, что фиг начинаешь. Что за фигня? Ну что за... Мое состояние, как у мужика. Реально, если бы не камера, я бы вот так вот сидел бы сейчас вот здесь у стеночки и все. Что это? Что-то правда грустит сидит. Смотрите, Акс Батлер приуныл что-то там. Его сегодня так не взяли. Его никто не выбирает никак. Вот Алекс Дрим еще, кстати, так. О, Алекс, спасибо. Спасибо, что поддерживаете Good Game. Ну, одинокое скорее в плане, что у нас мало сидит кто-то. Ну, можно так сказать. Но Dreamsong отдельный респект, он прям, можно сказать, царь. Царь Good Game моего. Как вариант, кстати. Да, суд-то не снятый, Максон. Ну, может, он не успел как раз снять, вот и печалится. Так, ну ладно, дождемся титров, все по канону. Может, еще что интересное будет. Смотри, уже не зря, да? Ждать. Ты что, меня выкинуло куда-то вообще? НРО похитила часть вторая. А, это ты, Алекс, все понял. Понял, Алексей. Ну, я, видишь, ребятки, еще всех вас особо... Опа-опа! Особо не знаю, кто на каких платформах, был... под каким ником. Там был Лопа-Лопа разработчик, не я. Да. Леди, поздравляю тебя. На одну секиру в нашем проекте стало меньше. То есть мы приближаем, ребятки, более интересные, ну как сказать, наверное, все-таки более интересные коопы. Отдадим должное секире, да, нормальная игра в целом. Кооп, ну если бы не вот эта вот кривизна. Ну. Шикарно все было бы. Все. На меня. А кто там кувшин кинул? Ну хоть надпись ну, надпись конец. А то бы еще... А чё она дребезжит? Ну что? Она пытается уехать! Она пыталась уехать. Вот очки, кстати. Я трех использовал, ты одного. Из-за этого у тебя сила такая высокая. Да, у меня максимальный ранг. Нормально, у тебя А3 плюс, у меня А2 плюс. По-моему, вдвоем тяжело прям на 100% всем выскочить. Еще один. Шигон, спасибо. Что спасибо. Реально кривизна какая-то. Надеюсь, Twitch тебе почетное звание даст какое-нибудь, связанное с клипами. Там, по-моему, у них есть такая тема. Мужик пригорюнился, одет бодряком. Да. Доминюки мечет. Ну да. Так, счетчик поправили, там остановили. С этим все. Угу.